Очень комфортный трек, очень хорошее полотно. Сейчас вот сделали обновление его, то есть еще все лучше, все для нас. Я думаю, будет очень большое количество зрителей, что тоже немаловажно. Будут поддержка всех родных, всех болельщиков, то есть это даст больше силы. Думаю, что родные стены помогут. Сейчас, да, я уже чувствую, что я готов, нахожусь в хорошей форме. К европейским играм также буду целенаправленно готовиться на треке, но также через сцены и гонки. Доволен временем, доволен физической своей формой. Сбор в Турции, как говорится, провел не зря, продуктивно.